От режима ожидания к режиму активных действий. Под таким девизом начинает свою работу недавно образованное региональное министерство здравоохранения, сообщила сегодня глава ведомства Елена Утемова. Цель – обеспечить каждого жителя области качественным медобслуживанием. Впрочем, сама идея не нова. Главное, считает Утемова, четко выстроить работу медиков, чтобы с момента обнаружения заболевания до лечения прошло как можно меньше времени. Для этого на местах оптимизируют прием пациентов, чтобы в течение рабочего дня специалист мог принимать как можно больше пациентов. Сделают это за счет перераспределения часов приема. Кроме того, в области создадут патронажные группы. Их представители будут посещать пожилых людей на дому. И человек, минуя очереди в поликлинике, сможет измерить давление либо отправить через сотрудников группы анализы на обследование. Работать будут и с кадрами. Министерство планирует привлекать на село медперсонал. Медсестры в качестве разовой выплаты для постоянной работы на селе получат по 150 тысяч рублей. Врачи больше. То есть это выплаты врачам 500 тысяч рублей. Раньше они варьировали от 50 до 300 по удаленности от областного центра и в зависимости от дефицита кадров. Сегодня это фиксированная выплата 500 тысяч рублей, но по утвержденному перечню врачебных должностей.